Здравствуйте, друзья шоу Веры. Пусть мир Господа придет в ваши жизни, в ваши дома, в ваши семьи. Во имя Иисуса мы начинаем программу. Шоу Веры – это программа, которую спонсируют люди со всего мира, которая приносит благое и прекрасное для абсолютно всех людей Слово Божье. Слово Божье, гласит Святое Писание, оно острое, оно судит помышления и намерения, проникает до разделения суставов и мозгов, души и духа. Этого ни одна машина, ни один доктор не может сделать. Слово Божье показывает нам, что Господь способен войти в тело простого смертного человека, в котором есть злокачественная раковая клетка, и разрушить ее, не причиняя никакого вреда. Слово Божье именно для этого. Иисус сказал, что все начало быть через Слово. И без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть, это все, что вам нужно, чтобы начать свою жизнь, чтобы изменить свою историю, чтобы понять, какое у вас предназначение, какая миссия у вас на этой земле. Вы все найдете в Слове Божьем. И Бог уже готов сегодня начать открываться для вас. Возможно, я обращаюсь к людям, которые страдают от серьезнейшего иммунодефицита, к людям, страдающим проблемами со здоровьем и до сих пор не исцеленными и не вылеченными до конца. Они принимают гормональные препараты и другие лекарства, так как, не принимая их, они не могут встать с кровати. Бог сегодня хочет дать решение вашим проблемам. Сейчас вам нужно услышать Слово, понять это Слово Божье, что Господь Бог открывает вам, чтобы, веря в это Слово, вы увидели Его славу, сияющую в вашей жизни. Это и многое другое мы с вами увидим в истории измененных людей. Они расскажут, как все произошло, расскажут историю трансформации жизни. Затем мы вместе помолимся за всех людей, которые сейчас в беде, людей, которые обеспокоены, людей, которые проходят через трудные проблемы. Верьте, Господь Бог хочет благословить вашу жизнь во имя Иисуса. И после молитвы веры мы вернемся назад в студию, а сейчас настало время Слова Божьего с доктором Суаресом. Давайте подарим Иисусу прекрасные аплодисменты. Друзья мои, сегодня мы узнаем немного больше об имени Господа Иисуса, узнав Его как Господа воинства небесного. Это один из титулов, который Он носит. Это капитан нашего спасения. Тот, кто пойдет перед нами, открывая двери, которые являются необходимыми, и закрывая те, которые никогда не должны быть открыты. Это наш Бог. И я уверен, что Он нас щедро благословит на этом служении, когда рука Бога будет могущественно действовать, и мы увидим здесь чудеса Бога. Каково имя того, кто творит эти чудеса? Это наш Искупитель Иисус. Но Исаия дает нам Его имя. Исаия 47, стих 4. «Искупитель наш, Господь Саваоф, имя Ему – Святый Израилев. Он – предводитель небесного ополчения, ангелов Божьих, божественной силы, которая защищает, исцеляет, освобождает, которая творит все чудеса. Когда вы думаете об Иисусе, не думайте о Нем только на кресте, распятом, умирающем вместо нас. Там Он нас заменял. Но думайте о Нем как о командующем сил добра, как о том, кто имеет власть приказывать. Сделай это, сделано. Реализуй это, реализовано. И сила Бога тогда вступает в действие и творит. Это Он, тот, кому мать пророка Самуила, которая была бесплодна, не могла иметь детей и была брошена. Она обращалась, когда находилась в храме, открывая сердце Богу, взывая к небесам. И священник, и один из священников Илий подумал даже, что она была пьяная. Посмотрим, как же она молилась. Это первая книга Царств, глава 1, стих 11. «И дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей,
и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Она молилась командующему. Я говорю вам, вы можете и должны молиться во имя Господа, нашего Господа, но не впустую. «Бог, во имя Иисуса, помоги мне». Нет, не так. Вы должны сосредоточиться на Господе Боге. Он командующий воинства небесного. И все, что у него есть, сила, ангелы Божьи, необходимые возможности, чтобы сделать то, что необходимо. И когда вы сделаете это, что произойдет? Вы будете очень успешны. Об этом в Псалме 84, стих 12. Посмотрим теперь это объяснение Духа Божьего. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Итак, когда вы уповаете на эту сущность, на нашего Искупителя, нашего Спасителя, который умер за нас, вы будете очень успешны. Вы добьетесь своего благословения, вы получите успех в ваших начинаниях, в ваших намерениях, так как каждый из тех, кто уповает на него, будет очень успешен. Давид сделал это. Мы уже много раз видели этот пример. Первая книга Царств, возвращаемся к ней, глава 17, стих 44. Первое Царств, 17, написано так. «И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». Давид не боялся. Противник был разгневан, огромен, был великим воином, великий герой, был готов придушить Давида и покончить с ним. И каков был ответ Давида? А Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Вы можете иметь очень серьезную проблему в своей личной жизни, в своей семье. В час, когда вы станете уповать на Бога, в час, когда вы положитесь на Слово и встретите неприятеля, кем бы он ни был, во имя Господа Саваофа. Вспомните, как великан пытался доказать Давиду. Подойди, мальчишка, я покажу, что с тобой произойдет. С человеческой точки зрения он должен был победить. Но Давид сказал, ты идешь против меня с мечом, копьем и со щитом, но я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских. И еще сегодня он передаст тебя в мои руки, и я покончу с тобой. Кончено! Брат мой, такой тип веры, упование на Господа, уверенности позволяют любому человеку перейти от поражения к победе, от страдания к окончательному освобождению. Что лукавый делает в вашей жизни? Какие угрозы он применяет, чтобы заставить вас дрожать? Не бойтесь, забудьте о страхе, не будьте трусом. Третье зло, согласно слову Бога, во имя Господа Саваофа. То есть помните, что используя имя Иисуса, вы используете всю силу Бога, имя командующего, и что Он сможет оценить вашу нацеленность, будь то против головной боли, будь то против банкротства, против рака, СПИДа, чего угодно. Ты идешь против меня со всем этим арсеналом войны, со всей этой разрушительной мощью.
а я иду против тебя во имя Господа, и вся земля узнает, что Господь спасает не щитом и не мечом, но через веру во имя Господа, так как это война Господа, это сражение Господа. Другими словами, нашему Богу в радость сражаться с нами, чтобы победить недобрые силы. Если недобрые силы атакуют нас, нанесли нам некий урон, принесли нам некое страдание, не бойтесь. Возьмите крепко то, что говорит Слово Бога, и идите, уповая, как сделал юный Давид. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь. Ибо это война Господа. Вы не можете позволить демону нарушить ваш мир, так как он решил и сумел захватить одного из членов вашей семьи, захватить ваш источник дохода, угнетать вас, так как теперь вы от Господа, и во имя Господа вы можете выступить против зла, подчинить, и вы одержите победу во славу Господа Бога. Не может быть по-другому. Евреям 5:9 говорится следующим образом. «И, совершившись, — говорится об Иисусе, — сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Он совершил. Он умер вместо нас. И потому, что Он сделал это, отдал свою жизнь, пострадал от наших болезней и немощей, от наказания, принесшего нам мир, он тогда стал виновником нашего вечного спасения. Он ответственный. И спасение включает не только нашу вечную радость. Это емкое слово, которое включает божественное исцеление и мир духа, и процветание, божественную жизнь во всех отношениях. Он пострадал, он совершил, страдал, умер. Для чего? Чтобы превратиться в виновника нашего спасения вечного. Сегодня нам не нужно абсолютно ничего бояться. Но если дьявол сможет снова мной завладеть, заставит меня блуждать по неверным путям, то я потеряю спасение? Нет, у него не получится. Так как Иисус – виновник моего спасения. И эта причина никогда не будет убрана. И я уже есть в Господе, а Господь есть во мне. И этот командующий, этот капитан небесного воинства, он всегда будет со мной. И во имя Его я буду воевать, так как война и сражения принадлежат Ему. И Он всегда даст мне победу. Действуя так, будь ваша проблема такой, как у Анны. То, что не может произойти, произойдет. Будь то угроза, которая нависла над вами, и вы смотрите и говорите, нет выхода, я разорен, я покончу с собой, я уничтожу себя, нет, я поднимусь, Бог будет меня использовать, и я покажу, что на самом деле Господь мой искупитель, Бог главнокомандующий небесного воинства, и когда я потребую благословения Его именем, Он сделает так, что сила Бога вступит в действие и даст мне победу. И я добьюсь этой победы ради славы моего Отца. Брат мой, в этом и состоит уверенность в победе во имя Господа Иисуса из Назарета. Псалом 89, стих 8 написано: «Господи Боже сил, кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя». Итак, теперь, когда вы будете молиться Богу, помните, Он – Господь воинства небесного. Он командует силами добра. Он командует этими силами. Кто силен, как Он, могущественен, как Он, не существует. И Он всегда одет, окружен Своей истиной. Другими словами, то, что Он пообещал в Писании, Он сделает все, что необходимо, чтобы было выполнено. Иисус сказал: «Небо и земля придут, но слова Мои не придут». То, каков Бог есть, таким никогда не перестанет быть верным. То, что Он пообещал, Он выполняет. Когда вы понимаете Слово Бога, читая Библию, слушая проповедь, размышляя над Словом,
приходит некое откровение, вера стучит в ваше сердце, сделайте мысленную фотографию этого состояния своего духа в тот час. Храните это, и каждый раз, когда будете молиться, это Бог, о котором я говорю. Это Бог, который для меня все сделает. Это Бог, которому я адресую свою молитву. Это Бог, которому я служу. Он верен. И окрест Него – Его истина. Он силен. Никто не сравнится с Ним. Он может абсолютно все лишь одним своим взглядом, своим дуновением. И так Он покончит со всеми врагами. Господь Бог, я добьюсь победы во имя Иисуса. Я имею Тебя в качестве моего помощника. Господь, это моя победа. И Бог даст вам эту победу во имя Христа. Позвольте мне благословить вас, Отец. Огромнейшее спасибо за это объяснение, которое Господь дал нам в эти минуты. Господь, командующий воинствами небесными, главнокомандующий силами добра. Господь величественный, кто силен, как Ты, Твоей истиной окрест Тебя. К Тебе, мой Искупитель, я приду сейчас ради всех этих людей, некоторых угнетенных, других отчаявшихся, но все они докажут Твою благодать во имя Иисуса и аминь. Скажите слава Богу. Переходим к истории из реальной жизни. Я познакомилась с Иисусом еще в другой церкви. Все еще не понимая истинного значения Слова Божьего, Марилдес продолжает ссориться с мужем. Я ходила в церковь, но внутри меня была постоянная пустота. Я не была счастлива. Мое сердце постоянно сжималось, разрывалось. Я была злой, ссорилась со всеми вокруг. Все для меня было причиной для ссоры. Когда он выходил на свои проповеди, я ругалась с ним. Материлась, так как я не прониклась словом. Я ходила в церковь, но я не прониклась словом, я была далека от Бога. Я боролась так 20 лет. Я начинала материться, говорила ему: «Да иди ты ко всем чертям». Именно туда вы направляетесь, когда не ходите в церковь. Я хотела спасти его, но сама нуждалась в спасении. Я не мог из дома выйти, как разгоралась ссора. Он выходил с проповеди и ходил по улицам. Когда я приходила и сидела, ждала его, а он не возвращался. Когда же он приходил, начиналась ругань. Ссорились и не разговаривали друг с другом. Мы очень много ругались. Я просыпалась рано утром и молилась, но я не получала ответа. Однажды, сидя дома, она смотрела телевизор. Я включила телевизор, и не было ничего хорошего. Программы по телевизору были ужасные. Переключая каналы, я наткнулась на канал РИД и начала смотреть его. В то время показывали шоу Веры. И мне так понравилось это шоу Веры, что я сказала: «Забавно, совсем отличается от моей церкви». Я, наконец, почувствовала мир, спокойствие, знаете. И доктор Суарес сказал о спонсорстве. Когда он сказал о спонсорстве, я почувствовала огромное желание спонсировать. И я тогда подумала: ко мне это не относится. Я даже не отношусь к этой церкви, хотя мне нравится программа. Но это желание крепло во мне. Я хотела спонсировать, но я находила отговорки. Мне кажется, что я позвоню, а линия будет занята. И когда он говорил о спонсорстве, я переключала на другой канал, потому что это желание было во мне таким сильным. И когда пастор Жайми сказал о спонсорстве, я подумала: сегодня я попробую. Когда я набрала номер, я почувствовала такое великое счастье. Такое счастье появилось во мне, и я начала спонсировать. После начала спонсорства все наладилось. Я тоже начал смотреть, и мне понравилось. Каждый день я смотрел. Тогда он начал смотреть шоу Веры, и однажды он решил принять Иисуса в свою жизнь. Однажды она позвала меня в церковь, и так началось. Я больше никогда не возвращался к католикам. В первый раз, когда он пошел в церковь, он почувствовал себя так хорошо там, что по сей день он продолжает ходить туда. И никогда не прекращал. Даже сегодня он прихожанин церкви и решил стать спонсором. Теперь он стал спонсором и благословенным человеком, понимаете? Я покрестился, и все изменилось. Бог — это все для меня. Он все для меня в моей жизни. Все изменилось на 1000% к лучшему. Бог
дает нам не только то, о чем мы просим, но даже больше того, о чем мы мечтаем. Моя жизнь сегодня просто чудесна. Как прекрасно, да, друзья? Смотрите, ну сколько женщин или мужчин какой-то женщины, у которых семейная жизнь разрушена, проблемы. И Бог иногда говорит, начните спонсировать. Но зачем мне спонсировать, доктор Суарес? Как мы сможем выпустить эту программу в эфир, что благословляют всю нашу нацию и разные нации в мире, если не будет людей, кто нам помогает? Теперь я хочу задать один вопрос. Сколько из вас нуждаются в молитве о вашем позвоночнике? Доктор Суарес, я нуждаюсь. У кого проблемы с позвоночником, поднимите вот так руку во имя Иисуса. Пожалуйста, пройдите сюда вперед, чтобы я получил большое удовольствие помолиться за вас сейчас. Позвольте мне объяснить следующее. Нет ничего проще, чем Богу сейчас исцелить. Но пока я вам не объясню, я не буду молиться. Так иначе не подействует. Я буду просить Бога протянуть его руку и коснуться вашего позвоночника. Там, где есть проблема. И он сделает это. Иисус сказал, если чего попросите во имя Мое, смотрите на Меня, прямо мне в глаза. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. В день суда Он продемонстрирует всем тот момент, когда Он касался вашего позвоночника. Когда закончится молитва, я скажу следующее. Сделайте то, что вы не могли сделать во имя Иисуса. Предположим, что вы не можете присесть, вы будете приседать. Вот доктор спрашивает, да как же я? Или сможете наклониться. Но если в тот момент вы подумаете, неужели я смогу, не пытайтесь. Если вы думаете, а если будет больно, будет очень больно. Почему? Может, если это слова сомнения, смотрите на меня, не разговаривайте, друзья, так как вы потеряете благословение. Может, если это слова сомнения. Кто сомневается, тот в руках зверя. А Бог не действует в руках демона. Кто верит, тот в руках Иисуса. И Бог действует в руках Иисуса. Давайте теперь верить, что Бог действовал. Я уже видел 100% успех. Иногда бывает лишь 20%, 40%, 80%, 90%, но я уже видел 100%. Я сейчас буду молиться, вы уже готовы? Посмотрите вот так на свою правую руку. Смотрите на руку. И скажите так. Отец, Господь Саваоф, я прошу Тебя, положи свою могущественную руку поверх моей руки и передай моей руке Твою силу исцелять, освобождать, совершать чудеса, разрушать деяния дьявола и возрождать во имя Иисуса. Аминь. Теперь смотрите на меня. В вашей руке теперь сила. Сейчас вы положите ее или сюда на затылок, в основание черепа, или на низ спины. Вы сами выбираете сюда или сюда. Склоните голову, закройте глаза. И скажите так, сконцентрировав веру, объедините свою веру с моей и скажите, во имя Иисуса я не приемлю и не допускаю никакое зло в моем позвоночнике. Я требую все зло, уйди из меня. Теперь я прошу тишины, я буду молиться. Сейчас сконцентрируйте свою веру. Отец, я пришел к тебе во имя Иисуса. Ради всех этих людей. Бог, я прошу Тебя сейчас чудо. Исцели, мой Отец. Я воспользуюсь властью, которую Господь дал мне, как здесь для всех присутствующих, для тех, кто себя дома, где бы вы ни были. Во имя Иисуса я парализую все эти деяния дьявола. Я сейчас связываю во имя Господа. Господа Саваофа, я приказываю зло, уйди из этого человека во имя Иисуса. А вы скажите спасибо, Иисус. Откройте свои глаза, вы верите? Поднимите руку вот так и скажите, я верю, Господь. Теперь наклонитесь 4 раза до пола. Сейчас сделайте все, что вы не могли сделать. Очень быстро, что промедлит, уже не сделает. Посмотрите, как замечательно. Я уже вижу здесь улыбки. 4 раза. О, доктор Суарес, у меня получилось. У кого получилось, кто сейчас исцелился, поднимите вот так руку. Сделайте рукой вот так. О, слава Богу. Почти 100%, друзья. Мы можем поаплодировать Иисусу, так он добрый, друзья. Теперь давайте поднимемся для общей молитвы. Теперь время, чтобы Бог благословил вас. Сейчас кладите свою голову, закройте свои глаза. Отец, мы начинаем могучую молитву. Во-первых, я прошу за человека, который сейчас дома, Отец,
чтобы Господь протянул руку и благословил его, и тех, кто находится в церкви, чтобы Господь тоже благословил. Эти люди должны быть освобождены. Это зло в почках сейчас уйдет, Отец. И где бы он ни был, я объединяю свою веру с верой этого человека. Брат мой, я един с вами теперь. Давайте теперь молиться вместе. Во имя Иисуса я запрещаю эту болезнь, запрещаю эти немощи. Я говорю, зло, убирайся во имя Господа Саваофа. Итак, мы снова вернулись назад в студию, и важно, чтобы ваше поведение после молитвы было поведением победителя, верящего в Слово и знающего свои права, и не пренебрегающего тем, что Господь сказал в ваше сердце. Что Бог вложил в ваше сердце? В сердце Авраама Господь вложил обещание. У тебя сейчас нет детей, но ты будешь отцом многочисленного народа. Может быть, Авраам усомнился, но разве это возможно? Как это может произойти? Нет. Он твердо верил. Несмотря на то, что он не видел возможности, он сказал, «Я не знаю, что Бог будет делать, но я знаю, что Он это сделает». И таким образом был рожден Измаил, рожден Исаак и рождены другие дети. Бог может создать вещи в вашей жизни, которых никогда и не было. Возможно, у кого-то сейчас есть мечта. Мечта бизнесмена. Есть мечта открыть свое собственное дело. Может, кто-то говорит, я являюсь профессионалом. У меня есть желание открыть свой бизнес, начать свое дело, но двери не открываются. В Библии написано, что Бог радуется процветанию своих слуг. Начните служить Богу всем своим сердцем сегодня. Отложите религию и поместите Слово Божье перед собой, и вы будете успешным. Вот это наш телефон, это наш имейл. Мы в вашем распоряжении тем, кому нужно направление. Мы хотим поделиться с вами тем, что Слово дало миллионам людей. Их жизни были полностью изменены хлебом жизни и манной небесной. Итак, я бы мог говорить еще много, но подходит момент прощаться. Спасибо большое за ваше внимание. Желаю всем вам замечательного дня или ночи. Пусть Бог благословит и защитит вас. Мы всегда здесь, в это то же время, на этом же канале. Во имя Иисуса. До скорого.